Когда последние остатки Шаокана исчезли, Джонни почувствовал себя странно, как будто он потерял контроль над своим телом. Внезапно мощь энергии вырвалась наружу, уничтожая все вокруг него. Джонни просил помощи Рейдена и Найтвулфа, но их усилия не помогли остановить эти неожиданные всплески разрушения. В отчаянии Рейден переместил Джонни в Сейда, царство порядка, где он смог бы научиться контролировать свою силу. И там Джонни Кейдж превратился в воина с силой, запредельной для человеческого воображения.